карусель для сушки зелени и не только. Имеет крышку с механизмом, который приводит в действие дуршлаг. В комплекте идет противоскользящая резинка, которая крепится к обратной стороне основания. Дуршлаг можно использовать отдельно, как самостоятельную часть. А дополнительная крышка позволяет использовать основание для маринования мяса, хранения салата или замешивания теста. Чтобы просушить зелень, промойте ее в дуршлаге под водой, затем разместите в основание, закройте крышкой и сделайте несколько оборотов. На крышке с механизмом есть специальный выступ, через который можно слить образовавшуюся воду, не снимая самой крышки. Такой способ просушки позволяет не слипаться зелени перед заморозкой, например, а также просушивайте мясо перед жаркой или панировкой. Таким же способом можно сделать и с картошкой, которая будет жариться во фритюре.